Ну, во-первых, тебе надо понять, что тебе это реально нужно. То есть ты реально в этом заинтересован. Чтобы стать киберспортсменом, тебе нужно этого хотеть. Нету какой-то идеальной формулы, что тебе нужно, чтобы ты стал киберспортсменом. Есть простая вещь, тебе просто надо уметь играть. Ты должен понять, что ты через многое должен пройти, чтобы добиться чего-то. Бессонные ночи там. Но я не понимал, что меня может именно затянуть.